Это сегодня был очень непростой поединок. Твои эмоции? Ну, положительные эмоции. Конечно, хотелось бы добиваться попроще, ну, я не знаю, победы. И, в принципе, у нас все было, ну, контролировали мы, ну, матч, 2-0 вели. Не знаю, что-то кто-то, может, не добежал, но это уже разберемся уже после выходных. И получилась красная карточка, стали здесь сером. И 30 минут просто, не знаю, просто мучились. Ну, вытерпели, я не знаю. Так, может быть, такие игры тоже нужны. Главное, что тречка в начале сезона. После первого тайма команда показалась выше, более настроенной, мотивированной. Что сказал тренер в перерыве и с чем это связано? Ну, так как обычно сказал, что нужно играть в футбол, брать очки, ну, и в первую очередь играть в футбол, а то в первый тайм у нас не так уж все получалось, что-то вначале не пошло, я не знаю, может, не настроились, может, концентрации какой-то не было, потому что думали, что все так просто, а ничего не клеилось. Во втором тайме вначале вообще начали контролировать мяч, забили голы. Ну и хотелось побольше, но вот так, это красная карточка, конечно, ни туда, ни сюда. Тяжело было, конечно, после нее. Арсенал удивил, готовились к такой игре? Ну, честно, не то, что удивил. Ну, мы знали, как они играют, да, наш тренер подготовил, как они играют. Вроде готовились, ну, чем-то удивил, не скажу, что чем-то удивил. Просто, мне кажется, мы не настроились вначале. Ну, с чем это связано, не знаю, будем, думаю, разбираться уже после выходных.